заезжали 19 числа. Вот, были предварительные акклимационные выходы, заброска лагеря в район 3-450 штурмового. Вот, и ожидание благоприятной погоды, чтобы не было ветра, вот, который срывал бы камни. Вот, и к нашей удаче, что не отличало первый раз, выпал снег. Он задержал камни, сдержал, то есть он неплохо укрыл верхнюю часть вулкана. Вот, это позволило нам подняться, то есть начали мы подъем в 24 часа. То есть мы сразу понимали, то есть, что будем делать и как. Вот, и начались работы, то есть в 12 ночи пошли наверх, поднялись наверх. Кто-нибудь подскажет, во сколько? 6:20. 6:20 поднялись наверх, обнаружили, ну, нашли тело погибшего, к сожалению. Сегодня нам удалось спустить погибшего до высоты 3450. Вот. Завтра спуск продолжится вот до этого места. Вот. Ну, если какие-то обстоятельства не повлияют. Пока план такой.